Следующий вопрос. Елизавета задала мне такой вопрос. Добрый вечер. Подскажите, занятия для ребенка-аутиста, не понимающего обращенную речь. Соответственно, речь идет, скорее всего, о невербальном ребенке, низкофункциональном. То есть и мама описывает, что они делают. Вот краски рисуют, лепку не любят, есть сенсорные коробки, кубики строят по настроению, шарики бросаем, сортировку. Нужно чем-то заниматься, что-то новое придумать. Почти не выходим, мало двигаемся. Я собрала некоторые идеи, которые хочу показать вам. Эти все идеи можно использовать не только с такими детьми, а вообще с любыми детьми в нашей ситуации. С детьми, может быть, чуть более младшими, с детьми чуть более старшими. Опять же, здесь нет возраста ребенка, но примерно по описанию я представляю себе, о чем идет речь. Могу посоветовать вам вот так вот навскидку быстро несколько вещей. Во-первых, есть замечательный русскоязычный логопед, его зовут Ренат Каримов, он называется не логопед, можно его найти в Инстаграм, он каждый день выкладывает по несколько видео с очень-очень классными занятиями с детьми, с очень классными играми для любого ребенка, мне кажется, вот лет до 5-6. Это просто вот кладезь всяких разных занятий, то есть там можно насмотреться идей, они все, в принципе, из подручных материалов, там все очень классно. Второе, что я могу вам предложить, я могу предложить вам воспользоваться сайтом TinyTab, я сейчас покажу, как это выглядит. Этот сайт, он бесплатный, если вы будете его открывать в планшете или в телефоне, он попросит вас установить аппликацию, приложение. И тогда там в приложении нужно зарегистрироваться, создавать аккаунт. Ну, это чуть более заморочено, но тоже можно. Ну, и тогда можно, естественно, все руками в планшете делать. А в компьютере это нужно делать с помощью мышки. Но здесь есть бесконечное количество всяких разных заданий. Здесь вы можете, сайт там на английском, вы можете здесь выбрать возраст ребенка. И здесь вы можете выбрать язык. Здесь в том числе есть русский. Сейчас мы его найдем. Русский язык. Видите, и вы сразу можете увидеть, какие есть всякие разные задания. Здесь есть задания по категориям: математика, язык, выучить английский, социальные навыки, наука, раннее детство, истории. Тут полно всего. И вы можете написать любое здесь слово в поиске, ну, например, не знаю, осень, да? Давайте напишем. Осень. Что ж такое? Осень. И он найдет все, что здесь есть, связанное с осенью. Да, то есть, скажем, на русском поменьше заданий, чем на иврите. На иврите, если я напишу, я получу очень много всяких разных заданий или на английском. Например, на иврите ставлю. Сейчас надо сделать любой возраст. Тогда у нас... Я думаю, просто хоров нужно вести. Пишут кто-то. Извините, я на русском ищу иврит. Я думаю, почему мне ничего не находит. Вот, став. То есть он здесь, видите, важно указать, какой язык, и на том языке. То есть если вы напишете на другом языке, он не будет на нем искать. Вот. И вот здесь про осень, про став, куча всего. Опять же, если ребенок, например, не знает еще иврита, или вы не знаете иврита, то даже вот эти вот задания на иврите можно открыть, самому посмотреть, там многие задания для детей, они интуитивны. И потом выключить просто звук, и без звука с ребенком в это задание поиграть. То есть вы будете ему задавать вопросы. То есть там прям понятно, что нужно делать. И здесь просто полно всяких разных заданий. И эти задания в основном сделаны логопедами. То есть в оригинале это было приложение для iPad, потом оно стало сайтом, потом его купила большая компания, развила. Но начиналось все это как приложение для того, чтобы в нем логопеды, Clinoteq Short, могли сами создавать игры. То есть почти все игры здесь созданы с Clinoteq Short или коррекционными педагогами. Мурали, Урама, Такент. Здесь очень классные всякие задания. То есть вот такие вещи можно поделать.